Брылина сидит на баночке, надо же. Удобно, мне, говорит, удобно. А что, говорит? Балерина, мне зато неудобно. Я тут в три погибели стою. Ну, вообще редкое зрелище, что балерина сидит на баночке, ест орешки. Ну, как если ладошки нету? А так, ладошку не убирай, говорит. Не убирай, нет. Дятел прилетел злой. Дятел. Балерина, давай сюда. Мне так неудобно тебя кормить. Давай сюда. Вот так вот, да. А дятел недоволен. Я, говорит, недоволен. Это что такое, говорит? У меня сзади там тоже белочка сидит хорошая. Прям ласково дает, гладит себя. Маленькая, правда, маленькая, я, говорит, маленькая. Ну-ка, на секундочку, дай. Давай сюда. Просто сейчас попробовал фокус настроить. Тяжело снимать, когда задний фон светлый, а передний темный. А сзади еще солнце, там солнце светит из-за спины у белки. Синицы что-то хотят. Дай. Балерина, надо же. Тебе ж так неудобно, злодейка. Ничего, говорит, нормально все. Кстати, там орешек чищенный лежит, выпал он из скорлупы, и почему-то белки такие орешки почему-то, ну, едят, но очень-очень редко. Ты же сейчас упадешь, на солнце. А я, говорит, упаду, да. Балерина, стой, балерина, стой. Нет, говорит, какой стой, говорит. Все, говорит, побежала. Чего-то она испугалась. Злодейка. Дятел, да, дятел. А тут голубь. Молодцы какие. А он, кстати, наелся. Я смотрю, у него зоб раздулся у голубя. Молодец какой. Пока я отвернулся. А та белочка, которая ела, она убежала. Да. Злодейка какая. Дятел недоволен, да. Где он, дятел-то? Белка бегает. Это что такое было? Ну все, наверное. Все, да, синица подъедает. А, дятел прилетел все-таки. Я, говорит, все-таки прилечу, говорит. И куда он полезет, интересно? Тут три... А, туда. Нет, подожди-ка. Зачем, говорит, куда-то лезть, когда вот лежит, говорит. Сладенько. Ну все. Вот так вот.